не проснулся, и вам рекомендуют перчатки не снимать, перчатки одевать. Это одно из основных и обязательных правил для персонала точек общепита. Его сотрудники ресторана стараются соблюдать. В заведении учли все, на что в первую очередь обращают внимание проверяющие и что гарантирует безопасность посетителей. Приобрели антисептики, у нас имеется термометр, мы заполняем журналы, у нас раствор делается для протирания столов. Как бы все у нас, что предназначено для по санпину, то мы делаем. Согласно требованиям Роспотребнадзора, столы в кафе и ресторанах должны быть расставлены на расстоянии в 1,5 метра. Не менее 2 раз в день сотрудники должны проводить дезинфекцию поверхности и регулярно менять средства защиты. Перед началом рабочего дня персоналу измеряют температуру. Еще одно правило – наполняемость зала при проведении банкетов не должна превышать 50 человек. На сегодняшний день проводятся мероприятия по проверке объектов торговли и общественного питания, например, выполнение постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Республики Татарстан. Ежедневно специалисты Роспотребнадзора совместно с отделом торговли и исполкома проводят проверку соблюдения профилактических мер по предотвращению распространения COVID-19. Проверяют места общественного питания и магазины. В случае выявления нарушений составляется протокол об административном правонарушении. Материал для принятия решения направляется в суд. Ангелина Хабибуллина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.